13 объектов образования в этом году планируется капитально отремонтировать. Сейчас работы ведутся уже в 3 школах. При этом бюджетных денег должно хватить на все намеченное. Отметим, что в прошлом году удалось отремонтировать 34 соцобъекта, из них 24 школы и детские сады. Об этом говорили в городской думе. Депутаты считают, что темпы нужно не только сохранить, но и увеличить. Общеобразовательные школы должны стать как раз тем местом, где сегодняшние дети, учащиеся общеобразовательных школ, должны и тренироваться, и иметь возможность, значит, сдавать эти нормы ГТО и готовиться к ним на территории общеобразовательных школ. Инфраструктура, к сожалению, не соответствует. Сегодня в Тюмени реконструируется много школ, да, они ремонтируются, но, к сожалению, это не все школы. А дети занимаются уже сейчас, сегодня.